Около месяца назад Медина Биджиева приобрела себе новую квартиру. При этом девушка даже и не думала, что оформление всех необходимых документов на недвижимость пройдет так быстро. А все потому, что она воспользовалась единым порталом государственных услуг, сайтом, который позволяет гражданам в кратчайшие сроки получать все необходимые услуги и справки, минуя различные ведомства. И Медина в этом лично убедилась. Я, например, человек, который не любит вот эти все очереди, бумажную волокиту, беготню из кабинета в кабинет, собирать вот эти все документы до кучи. Я просто села дома за компьютером, оформила заявку за 5 минут и дождалась, пока мои документы будут готовы. Это нам, конечно же, это не сравнительно с тем, что было. Это очень удобно. Единый портал госуслуг не только упрощает процедуру оформления недвижимости для граждан, но и разгружает сотрудников Росреестра. По их словам, с появлением портала исчезли очереди в окнах консультаций, да и телефонных звонков поступать стало намного меньше. Когда заявитель сам изъявляет желание и сам просматривает, да, интересуется, какой пакет документов ему необходим через единый портал госуслуг, либо он звонит нам. Если он звонит, соответственно, мы тратим на это рабочее время, а если не звонит, соответственно, сам заявитель просмотрел информацию, подготовил документы и сдал либо в электронном виде, либо в бумажном виде. Сейчас на портале размещены инструкции по подаче заявлений на регистрацию более 50 видов сделок, в том числе ипотечный договор, договор купли-продажи, дарения, аренды. В общем, все, с чем может столкнуться любой из нас. Там расписываются все жизненные ситуации. Например, если человеку необходимо подать заявление о государственной регистрации перехода права, да, купли-продажи квартиры, выбирает соответствующий раздел, заходит, и там полностью отписывается весь пакет документов вплоть до государственной пошлины, которую необходимо оплатить заявителю. Но, пожалуй, самым главным преимуществом при оформлении недвижимости через единый портал государственных услуг – это сроки. При подаче документов в электронном виде регистрация сделки займет всего 3 дня, а в бумажном – 7. Кстати, сегодня подачу документов в электронном виде на регистрацию сделок с успехом применяют и нотариус, и Сбербанк. Именно потому, что так процедура проходит намного быстрее. Дарья Назарова, Роман Баюра, Архыз 24.